В торговом порту пополнения 3 новых немецких гидравлических перегружателя появились в рядах техники. Машины специально созданы для работы в условиях крайнего севера. Они недавно прибыли в Мурманск, и вот на территории предприятия состоялась торжественная церемония вручения ключей докерам. Три огромные машины зеленого цвета, две на колесах и одна самая большая на гусеничном ходу. Гидравлические перегружатели совсем недавно прибыли из Германии в холодный Мурманск. До Петербурга их везли на судне, а уже оттуда при помощи грузового автотранспорта переправили в столицу Заполярья. Теперь они присоединились к внушительному парку техники Мурманского торгового порта и значительно увеличат производительность предприятия. Мы традиционно до этого работали с машинами 835 серии, которая выгружает один вагон угля, допустим, за 20 минут. Вот 875 машина выгружает один вагон за 10 минут, потому что у нее грейфер ровно в два раза больше. Количество перевалок при этом в два раза меньше. В связи с этим она еще и более экологичная с точки зрения производственного процесса. При этом комфортность труда не страдает. В кабине, как в дорогом автомобиле, есть кондиционер, камеры заднего вида и подогрев сидений. Ко всему техника надежная. Докер-механизатор Николай Ильинов на ней работает уже 10 лет. И за это время к перегружателям ни одного нарекания. Сегодня ему вручили ключи от машины новой серии. У них маневренность, то есть не зависит от путей передвижения, можно проехать. Плюс, гидравлическая все-таки работа, она, соответственно, удобнее и, можно, миллиметрово работать, скажем так. Больше точность работы, значит, ковш практически не задевает стенки вагонов, меньше их износ. Да и шума от такой работы меньше. Несомненный плюс еще и в том, что делались гиганты по спецпроекту именно для работы в Мурманском морском торговом порту. При работе над машинами немцы учли все предложения заказчика. Получилась совершенно эксклюзивная техника. Эти машины специально сделаны для торгового порта с учетом наших серьезных суровых климатических условий. Все емкости, жидкости заполнены арктическими маслами, специальные подогревы стоят, и техника рассчитана для того, чтобы работать даже при температуре минус 40 градусов. В течение 2017 года в Мурманский морской торговый порт прибудет еще один перегружатель марки «Зильнебоген». И техника не единственное нововведение. Сейчас по периметру всех производственных площадок предприятия устанавливают 6-метровые секции забора. Ограждение позволит уберечь прилегающую территорию от запыления при штормовых ветрах.